Всем привет, друзья! Не прошло и месяца, и вторая часть официально уже здесь. Все потому, что было очень жарко каждый день, больше 35 градусов, ну и другие причины были тоже. Ну и для начала хочу поблагодарить вас за такое количество позитивного фидбэка на первую часть моего видео ЖЖ или подкаста, или как его еще можно назвать. Мне очень приятно и должен признать, что ваша поддержка помогла мне в очень непростой период моей жизни, который я до сих пор и переживаю. Ну и постараюсь вам рассказать, причем же здесь, конечно же, Буэнос-Айрес, потому что именно этот город втянул меня в очень дикую глубокую депрессию, а потом очень молниеносно меня из нее вытащил. Сегодняшнее видео будет очень личным и не очень веселым, но, скорее всего, очень жизнеутверждающим. Ну и давайте перейдем к обратной связи, потому что было очень много вопросов, многих интересовало, как я добрался до места, где живу сейчас и знаю ли язык. Но обо всем по порядку. Зная, что мой багаж не самый компактный, пришлось задуматься о доставке намного заранее. И где-то за неделю до прибытия я обратился в транспортную компанию, которую мне посоветовала местная журналистка, с которой я уже, ну, не первый год держу связь и помогаю ей с различными вопросами, касаемо России. Да, в свое время я был таким независимым голосом России для аргентинских СМИ, рассказывал о пенсионной реформе 2018 года, о том, что происходило в России после февраля прошлого года и многих других вещах. Однажды я про это вам тоже расскажу поподробнее, но в другой раз. Данной компании я отправил сообщение в WhatsApp, написал, сколько у меня чемоданов, какой размер коробки, когда я прибываю, и мне заранее сообщили точную стоимость и дали контакт водителя. И да, меня очень удивило, что водитель, получается, забронирован за вами практически на весь день. В моем случае самолет задержался на час, плюс где-то часа полтора я проходил таможню и получал свой багаж. Водитель без проблем меня дождался, помог погрузиться и был приятен вообще не всю дорогу, рассказал много интересных вещей. Ну, в принципе, поэтому час дороги пролетел очень быстро. Да, и кстати, о заказе через WhatsApp. У местных это практически главное приложение для общения, и местные операторы даже дают безлимит именно на WhatsApp. Да, многие знают и про Telegram, но это здесь явление не столь масштабное. Бронь жилья я оформил через Airbnb, оплатив все виртуальной кредитной карточкой. И дабы избежать невыгодного обмена валюты в аэропорту, я заранее договорился с хозяином квартиры, что он встретит меня с наличкой, а я уже после обмена отдам ему все в песо. Почему Airbnb и что с испанским? Изначально я хотел снять небольшую студию в Палермо, где и живут все наши соотечественники, и уже затем найти долгосрочный вариант через местного риэлтора. Но потом я понял, что лучше всего заехать в какую-нибудь просторную комнату у испаноязычной семьи, так как у этого варианта есть очень много плюсов. Первое, конечно же, постоянное общение на испанском. В 2009 году я выпустился из Иркутского государственного лингвистического университета по профессии лингвист-переводчик двух языков – испанского и английского. Но мой рабочий стаж по профессии составляет, пожалуй, не больше нескольких месяцев. Ну а переводчиком же я работал в последний раз лет 10-11 назад. Ну а живя в семье, ты так или иначе говоришь на иностранном языке. Плюс второй – это советы местных. По идее, культуре, транспорту, путешествиям и многим другим вещам. Мне посчастливилось попасть в семью музыканта Станислава, преподающего актерское мастерство, гитару и иностранные языки. Поэтому по вечерам мы очень много говорили о музыке, смотрели местные концерты и даже сняли небольшой unplugged в гостиной. Еще один плюс – это контакты. Жена Станислава Силия является справочником нужных контактов. Именно она дала мне контакт риэлтора, которая помогла найти квартиру на долгий срок. Забавно, что пару дней назад Сильвия мне заявила, что когда я начинаю очень много общаться с русскими здесь, то хуже говорю по-испански. Поэтому, наверное, стоит задуматься. Да, и наблюдая за обычной аргентинской семьей, ты понимаешь, как вообще здесь живут люди. Чем мы похожи, чем мы отличаемся. Ты понимаешь, как живут люди в этой стране. Что они едят, какой у них распорядок дня, почему они просыпаются и сразу заваривают маты. Конечно же, нельзя судить о всей стране и о всей нации только по одной семье. Но в данном случае мне очень интересно за ними наблюдать. Я вижу, как семья из Росарио, города, откуда родом Месси, переехала в Буэнос-Айрес и тут развивает небольшой семейный бизнес. Они своими руками превратили старую убитую квартиру в Буэнос-Айресе в уютную студию, в котором сдают комнату, проводят уроки, а также занимаются рядом небольших бизнесов. Поэтому я рад, что смог внести небольшой вклад в их семейное дело.
Их история мотивирует меня в самые темные моменты моей сегодняшней жизни. Да, Буэнос-Айрес — это город, в который невозможно не влюбиться. Тут ты очень быстро находишь свои места. Местную забегаловку с классной музыкой и брауни и кофе за всего лишь 900 песо. Забегаловку с местной едой и потрясающими пирожками, мимо которой пробегают туристы, но которая обладает какой-то потрясающей атмосферой, которая манит местных по вечерам. Но в то же время это одно из самых худших мест, где можно быть одному. Здесь очень быстро понимаешь, насколько людям важна семья. Почему на выходных они предпочитают быть вместе, отдыхать в парках, а вечером устраивать семейные ужины. Одна из самых распространенных картин на улицах Буэнос-Айреса – это парочки, которым 80-90 лет и которые идут за ручку. В такие моменты особо тяжело осознавать, что твоя семья далеко, и ты уже много месяцев живешь все дальше и дальше от них. Я живу с этим чувством каждый день. В городе, наполненном влюбленными пенсионерами и нахлынувшими беременными парочками из России. Ничего против ни первых, ни вторых я, конечно же, не имею. В такие моменты я понимаю, что все это не будет длиться вечно, что рано или поздно я воссоединюсь со своей семьей, обниму сына, и мы вместе поедем кататься на велосипеде в местный парк. И я вспоминаю о том, что у меня есть вы с такой классной поддержкой, которую я вижу в соцсетях и в комментариях под видео. Для меня это в новинку. Я не привык о чем-то рассказывать на такую аудиторию, тем более делиться чем-то личным. Спасибо вам за то, что вы пишете, за то, что вы смотрите и за то, что я вам не безразличен. Ну и в целом, чтобы не потонуть в волнах депрессии, я понял, что всегда, каждый день нужно чем-то себя занимать. Еще со времен проживания в Будапеште я поставил себе задачу проходить пешком не менее 15 тысяч шагов в день. И вот уже около 70 дней я придерживаюсь данной цели. Как и в случае с Дуолинго, я поставил себе английский и испанский и каждый день подтягиваю оба языка. И так уже 2 месяца каждый день. В русскоязычных чатах очень легко найти компанию для игры в футбол или для пробежек. И если пробежки условно будут для вас бесплатными, то ваш вклад в аренду поля обойдется в 1500-2000 песо. 5-6 долларов. Я не буду пересчитывать это в рубли, потому что в любой момент это может оказаться неактуальным. Но в данный момент это плюс-минус сопоставимо с тем, что я оплатил в Москве. По всем районам полно небольших спортзалов. От совсем маленьких, в котором в основном занимаются арабскими танцами, и студиями кроссфита. Последние обойдутся около 6 тысяч песо в месяц, это около 17 долларов. И до средних, типа того, в который хожу я. Месяц без лимита, со включенными групповыми занятиями, обойдется в 25 долларов, то есть 8-9 тысяч песо. Что же касается спортивного питания, то БЦА, протеин, изотоник выйдут вам примерно в такую же сумму. И это я говорю о местных производителях. Если вы будете покупать что-то известное, типа Синта 6 или Амина X, то каждая баночка выйдет вам, наверное, около 40-50 долларов. В целом, каждый парк дает возможность заниматься спортом на открытом воздухе. Приносите коврик и занимайтесь чем хотите. Я вот привез свой прямо из Будапешта, просто очень не хотелось его выкидывать. В принципе, здесь утром, днем и вечером много людей, которые занимаются спортом в парке. Пробежками, групповыми занятиями. Можете спросить, как к ним присоединиться, и я не думаю, что они вам откажут. Именно поэтому я понял, что сила в людях, которые живут здесь. И надо с ними как можно больше контактировать и занимать себя какими-нибудь полезными делами. В какой-то момент я просто взял камеру и поехал в центр города снимать людей. В принципе, я бы сказал, что, наверное, 95% живущих здесь людей очень рады, когда им предлагают сфотографироваться. Хоть изначально немножко и ломаются. Потом я отсылаю им фотографию в Инстаграме и очень радуюсь, что им понравилось. Вы можете посмотреть в моем Инстаграме рилсы, в которых как раз я использую фотографию обычных людей с улицы. К тому же это отличный способ завести новое знакомство. Гуляя в парке на окраине города, я спросил у молодой пары, могу ли их сфотографировать. В итоге наш диалог продлился около 2 часов. Мы попили мате, обменялись контактами и вот общаемся до сих пор. Таким же образом я познакомился с ребятами-скейтерами из Венесуэлы, Альфонсо и Кристианом, с которыми я потом провел небольшую фотосессию в скейт-парке. А ребята рассказали много нового о городе, и мы даже встретили мэра Буэнос-Айреса в публичном туалете кампуса. В общем, каждый день стал приносить что-то новое. Я даже забегаю в местный киоск, чтобы поговорить с продавцом о разной музыке. И я рад, что с этим городом мы налаживаем и укрепляем наши отношения и начинаем понимать друг друга еще лучше. Да и скучать особо некогда, когда столько разных дел. Но об этом я обязательно расскажу вам в следующий раз. На сегодня все. Многие из вас говорили, что прошлый выпуск получился очень коротким, но сегодня чуть побольше и очень-очень много личного вышло. В целом, я желаю вам и себе не терять головы в этом безумном мире. Все вам низкий поклон, абразус и салютус, как у нас говорят, от меня и от вот этого паренька. Не болейте. До новых встреч.
Да, и кстати, у этого блога есть один очень особенный для меня зритель. Я бы хотел передать ему отдельный привет и сказать, что я его очень сильно люблю.